потерянные вещи. Если ты что-то потерял потерянных, где лежат потерянные вещи, там можно поискать. И, наверное, ты там найдешь свои вещи. На чем я еду в школу? Обычно я люблю ездить на своих двух самокатах. Иногда на первом, своем старом самокате, иногда на новом. Первый у меня самокат оранжевый, а другой белый. В первом самокате у меня маленькие колеса, во втором большие. Я чаще всего езжу на первом самокате, потому что его легче таскать, потому что в школу я езжу одна, и из школы со своими друзьями либо одна. Иногда я люблю после школы погулять со своими лучшими друзьями. Ставь лайк и подписывайся на канал Принцесса Милана. Всем пока!